Російська пропаганда змінила тренд. Фейкомети намагаються роздмухати вітчизняну війну, але замість «Вставай, страна огромная» кошмарять населення новим поколінням злих лютих укрів. Так-так, вам це не почулося. На Украине сегодня приступили к генетическим экспериментам по конструированию нации, чтобы бандеровцы не заканчивались вообще никогда. В Киеве начали криоконсервировать сперму солдат ВСУ, то есть замораживать мужское семя и сохранять, чтобы их жены могли рожать детей в случае смерти бойца. Все максимально серьезно, мол, на фронте сейчас лучший генофонд страны, и чтобы оставить после себя потомство любой военной. ВСУ может прийти, сдать образец, его законсервируют совершенно бесплатно, и потом группа ученых проведет отбор лучших из лучших. Но, видимо, дальше с помощью искусственного оплодотворения будет выведена целая армия отборных укров с повышенным уровнем русофобии. Те, що ми найкращі отборні укри, ніхто не сумнівається. От тільки для Скабєєвої скажу, що така програма насправді існує і в Росії. Але ж для них це чужда. Тож улюблене російське «баби, що наражають» вже не актуально. Бо скоро взагалі не буде від кого рожати. Юніти закінчуються, солдати закінчуються. Нет вищої доблесті і щастя для мужчини, чим життя віддати за родину. Ну ось росіяни і віддають життя, але не за родину, а за путінські амбіції. І так благають перемог, що лізуть поперед батька в пекло. В усіх сенсах. Артемовск действительно уже наконец попал в классическое оперативное окружение. Практически все дороги, ведущие к нему, контролируются уже достаточно основательно, под контролем практически все. Это, можно сказать, практически новый котел, который можно сравнить с Дебальцевскими. Артемовск, считайте, уже взят. Ну, как бы де юре еще нет, но де-факто все-таки это уже происходит, и каждый день все жестче и жестче схлопывается кольцо вокруг Артемовска. Ну не надо применять таких выражений. Почти взят, еще чуть-чуть, завтра, через час. Да они там уже на ниточке и морально разложились. Ну не надо пугать нашу военную удачу. Не надо употреблять таких выражений. Оперативное окружение, тактическое. Окружение, оно или есть, или его нет. Михаил Михайлович, только поймите правильно, не со зла, так хочется уже окружить всю Украину, что как можем приближаем победу, удачу, иной раз, конечно, наши военные корреспонденты чуть вперед забегают. Значит, хочу сразу развеять вот такой вот популярный миф о том, что украинская армия, украинские силовики уже покинули город или близки к тому, чтобы покинуть. На самом деле все далеко не так. Дело в том, что сражение идет колоссальное. Плотного кольца окружения вокруг города сейчас нет. Когда мы говорим, что Бахмут почти взят, я всегда, как человек военный, довольно-таки циничен. Я говорю, не говори губ, пока не перепрыгнешь. Особенно имея в виду, что перепрыгиваем мы уже почти полгода. Зважаючи вашу любов до приказок та фразеологізмів, додам ще один. Він якраз добре описує, чому не вдається перестрибнути. Бо у ваших солдатів одна нога тут, а інша там. Українським силам удалось перебросити около 2000 нових военнослужащих, причем хороших военнослужащих. Это не это мальчики. Непосредственно в город? Да, в город. Это не мальчики с улицы, да? Это подготовленные ребята. Днем еще мы обсуждали здесь и с Юрием Ивановичем Подолякой, что, судя по всему, все-таки будут отступать. К вечеру приходит информация от инсайдеров из офиса президента Украины, что принято решение держать Артемовск до последнего. И более того, один из наших командиров, наших подразделений, сообщает о том, что есть вероятность контрнаступления. І воїни у нас є, і зброя у нас є, і головне – мотивація – захищати нашу територію. А свої мрії про захоплення України можете засунути хіба що в одне місце, бо цього ніколи не станеться.